замок. Ну, все то же самое, оставь, да. В чем бах? Нормально. Ого! А это я как должен? А как я должен до туда лезть? Эх, не хватило. Джонни выйдет погулять. Так, не понял сейчас. А, крутится. Слышь. А этим можно дамажить? А чё? Окей. Сломались. Дональд! Дональд! За Дональда и двор. Стреляем в упор. Там Дональд, блин. Тихо, Дональд, спокойно. Спокойно! Где мы? Что происходит? Нас заперли в замке. Ведьма Мизрабель похитила Мини. Похитила Мини? Чё так сразу не сказал? Какой план? Сначала нужно собраться в крепости. Там безопасно. Встречаемся там. Понял. Принято. Ла-ла-ла. Спасли Дональда. Дональд классный. Просто... Чемпион по инрейджам. Да сколько тебе надо-то? Секунду, это надо стереть. Я не хочу в колючки влететь. Нормально с захватом, ребят, дела. Смотрибельно. А если я... Чёрт. Ого. А! Пушка, 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 вижу пушка. А, там есть... Все, я понял, я увидел. Я увидел, там слева пушку можно нарисовать. Ой! Да ну в смысле? Я хотел мощно прыгнуть. Да что они имеют в виду под сильной атакой? Ближнего боя атака, вернее. Что они имеют в виду? Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Ха. Так, ты кто? Что
на самом деле я вижу одну проблему только в этой игре. Это диалогов слишком много. Да ну брось. И как я должен? Да ну брось! Теперь мне заново рисовать пушку. Окей. Да ёпа мать. Какая? Я надеюсь, я тостю. Здесь, конечно, рисуется лучше, чем в этом. Блять, да ты серьезно? Не пропало, надеюсь, снизу. Блять, она пропала. Ну конечно, чё бы, блять, ей не пропасть? Пиздосио. Все заново рисуй. Ну тебе игра. Слишком долго эти рисовалки происходят. Ну. Вернее, не то чтобы долго. На квадратный метр игры, блин, слишком долго. Алло. Блять. Я надеюсь, я успел. Блять, куда? Тихо. Право. Я бы не пережил, если бы еще раз бы, блядь, меня заставили это делать. Пит. Слышь, Пит. Камбухи? Хорошо, так, так и быть. Так и быть, нарисую. Так и быть. Не, сколько мне дало. Так, отсереть. Да что ж так много... Woo!
весь уровень с рисовалкой просто тупо. Да ну конечно. Ну вот и чё это? Сейчас в итоге мне придется все заново рисовать, да, опять? Сейчас вот это справа исчезнет, да? Пиздос. Бля, успеваю, 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 успевай. Ух, успел. Блять. Ну, успеваем, да? Исчезла, исчезла. 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 Ты, блядь, прикалываешься, что ли? А как я должен до нее добраться? Вы что, блядь, троллите меня? Как я должен до нее добраться? Блять. Ты шутишь, что ли, игра, алло? Так я не смогу так прыгнуть. Пиздец. Блять, сапфа. Только ради того, чтобы спасти Бэль, блядь, рисовать все. Что-то не то. Что не то? Да ну ебать, ну ты в смысле? То есть мне нужно стереть, потом нарисовать, что ли, блядь? Алло. Очень... Так, это Снежная Королева у нас, да? Снежная Королева, блин, Белоснежка. Так, я напугана. Но, похоже, вы не такой страшный. Вот, спасибо, Ваше Величество. Я Микки, а это Джимми. Мы пришли спасти вас. О, это очень благородно с вашей стороны. Меня зовут Белоснежка. Гигл. Гигри. Так, я надеюсь, прекрасный принц придет, спасет меня. А это маленький мышонок. Ой, да что, бля, да что я загоняю. Да. Интересно, где мои друзья, 7 маленьких гномов? Надеюсь, с ними тоже все в порядке. Не беспокойтесь, мы найдем их. Иди уже отсюда, все. Проваливай. Че она... Ради этих женщин. Чё только не сделаешь. Окей. Бай. Баум. Баум. Всё, наконец-то.
за хилку. Эй! Ты куда? Хилка сралась. Где же хилка? А как я должен туда протиснуться? Ясно, понятно. Мне нужен был враг, да? Чтобы я прыгнул. Окей. Бля, такое ощущение, что сейчас будет ремейк Аладдина, блядь. Чё у вас тут происходит? Это чё такое? Ой, дом Дональда. What's the big idea? Прям коронная фраза Дональда в утиных историях у новых. Я рыбачил в следующий раз, всё. Мне нужно починить лодку, чтобы я уплыл. Ты куда собрался-то, Дональд? Да куда угодно, лишь бы отсюда подальше. Я понимаю. Но я должен увидеться... Тут ты должен увидеться с дядей. Дядя Скрудж, он здесь? А чё ж ты не сказал? Короче, дядя Скрудж мне починит лодку. Окей. Он мне уже должен денег. А, подожди. Я ему должен денег. Окей, хорошо. Ладно. Приведи меня к дяде Скруджу. Ну, посмотрите, это же мой племянник Дональд. Стоп, подожди, я в этой вашей утиной иерархии... Подожди, если он твой племянник, то... Если он твой племянник... А у него... От сестры? Я так понимаю... Хьюзи и Луи. Так ты, получается, дедушка Скрудж, а не дядюшка, блядь. Как я рад тебя видеть. Но... Только потому, что я рад тебя видеть, это не значит, что я забыл, что ты мне должен денег. Так или он брат его? Ничего не понимаю. Не помню я, короче, хуй с ним. Короче, бери пример с Микки, он тяжело работает. Не то, что ты. Привет, Феонор. Мы все тут, где тяжело работаем. Ты можешь работать у меня в магазине, если хочешь, Дональд. Я сегодня щедрый. Короче, только это, потом со мной поговори, у меня сейчас есть работа. Хорошо. Что здесь? Он родной дядя Дональду. Внучатые племянники. Так, привет, мышь. Этот замок очень пугает меня. Молодец. Так. Хотел песню петь, но я потерял, короче, швабру. Что, блядь? Короче, поищем швабру. Хорошо. Ну, по сути, блин, какая разница, внуки? Какие внучатые племянники? В любом случае, внуки. А не дядя. Так, ты. Так, тут уже как дом у меня. Книжки нужны тебе в библиотеке.
в библиотеку. Хорошо, книги поискать, книги, окей. Угу. Где еще? У тебя есть книги? Привет, я что-то читал. Ой, какое совпадение. Мне как раз книги нужны. Угу. Я читал эти книги уже 100 раз. Спасибо! Окей. Нести книги к чудовищу, окей. Фрэнк Пен. Сковородка тебе нужна, что ли? Окей. За... Для защиты? Ты это тебе в PUBG. Сковородка ей нужна для защиты. Так. Ладно, окей, найдем. Найдем тебе сковородку. Лучший друг девушки. Сковородка. Дисней. Ты такой политкорректный пиздец просто. За такое на Твиче банят. Осуждаем. Рапунцель я не смотрел, кстати говоря. Так, принес книги, спасибо. Так. Вот тебе кое-что дал. 105 билетов. В журнале завалялись. 105 билетов. Замечательно. Спасибо тебе. Так. Мы улучшали корабль крюка. Апгрейд, да. Так. Где еще? Перестань подкрадываться. Прости, Дональд. Я должен тебя кое-что спросить. У тебя метлы сейчас нету? Чего я тут лодку принял? Мне нужна. Так, там принцесса просила, чтобы с ней поделить. Принцесса? А чё так сразу не сказал? Вот, возьми. Дональд, тот еще подхалим, блядь. На! Свою швабру. Настоящая принцесса. Белоснежка. Вау! То зеркало не врало, мистер Дональд. Очень рада вам. Вы храбрый герой. Спасибо. Мы бы с удовольствием помогли бы, но нам надо это ведьму побеждать. Все, до свидания. 105 билетов, спасибо. За выполнение квеста звезда автоматом туда добавилась, окей. Привет. А хочешь знать секрет? Работаю у себя, я там что-то. Так, эта крепость становится милым местом. Окей, хорошо, ладно, замечательно, прекрасно, дальше. Я уже не хочу все полностью читать, что они говорят. Я просто. Мне хочется играть, а не читать диалоги. Так, все. Дональд, что ты там, блядь, опять хочешь? Дональд, что тебе надо? Тебе нужно найти денег, чтобы починить мисс Дейзи? Ну я тебе... Это, после крюка твой корабль будем чинить. Так, увеличение ХП. Хорошо. Просто выполнили Uncle Scrooge, все починилось. Так скоро моя лодка будет пригодной. Окей. Пока Гуфи не подходит, все нормально. Мы ее не потопили. Окей. Гуфи, там Дональд. У него лодка. Нам нужна твоя помощь. Может быть и первый, я без понятия. Я его не смотрел, серьезно. Аграба. Угу. Ну, посмотрим, пойдем на Аграбу. Будет она похожа на Аладдина? Блять, ты посмотри, это как будто бы ремейк. Блять.
А можно... Дисней, а можно, пожалуйста, ремейк сеговского Аладдина? Вот с таким графеном. Пожалуйста. Ой, блять, промах. Сколько тут слоев? Охренеть. Ты посмотри, там слой на слою просто. Жесть какая. Тебе сколько надо дамага-то? Воу! Принц Али, майтис хи алябабуа. Не, ну а почему бы нет? Ей. Че-то он какой-то всратый немножко. Здесь ладно, еще снизу. Так. Где? Ты в замке, который создала Мизрабель, бла-бла-бла-бла-бла, мемики зовут. Рад познакомиться, я Аладдин. Здесь кто-нибудь еще есть? Какая-нибудь девушка? Мне нужно найти ее. Иди в крепость, там безопасно. Хорошо, ок. Если встретишь Шабу, это тоже туда его пошли, видимо. Спасли Аладдина. Хорошо. Мне знаешь, что страшно? А вдруг мы в одной игре увидим Дональда и Абу вместе? Разговаривающими друг с другом. Это самое страшное вообще, что может случиться. Ну просто понимаешь, это... Вот этот вот диалог, представляешь? Они же разговаривают практически идентично. Воу, здорово. Чего? А что тут, можно так делать? Или ты мне на цепь предлагаешь прыгнуть? Она стирается? Зачем ее стирать? Если Макаки из Тарзана встретится с Абу? Блин, ну что, это будет прям страшно. Бля, подожди, а как мне залезть-то, аля? Или эта штука, она... На ней можно кататься, все-таки. Давай проверим. А, мы ее удалили, чтобы на ней появился этот. Дома дороги. Куда пошел? Куда прыгнуть?
Аладдин что-то говорил. Я что-то просто... Что-то я втупил, короче, в этот момент. Кто колонировал Расулов? Ой. Мы здесь что-то пробовали? Хм, ладно. Да навалю. Да ну залезь. Твою мать. Хоба. Окей. О-хо-хо-хо-хо-хо. А мы тут бывали? Хм. Мне кажется, эта музыка была в Аладдине. В каком-то. О, мультики, что ли? Что-то очень знакомая мелодия. Ну такая не из знаменитых, а чисто такая, знаешь, музыка погони, что ли? Что-то типа того. По городу тупо. Ать, стой. Ну это, конечно, бред. То, что нужно сначала стереть, потом закрасить. Я надеюсь, когда-нибудь... Будет такое, знаешь, типа, пыш, закрасил. Пыш. Ну, когда-нибудь чуть попозже. Есть что вот эти застоки вниз? Проверять я, конечно, не хочу, но... Что это? Пушка. И зачем здесь пушка? Чтобы назад вернуться по-быстрому. Ну, я даже не знаю. Денежка! Блять, в смысле? Хорошо. Вау-вау-вау. Thank you.
Окей. Как это взять? Через низ. Ну, мне придется назад возвращаться. Подожди, что это? Мы здесь были, нет? Да, мы тут вроде были, но я до сюда еще не пошел. Хорошо. Твою мать. Да ну в смысле? Дружище! Иди сюда. Да блять. Как мне его заставить вниз упасть? Иди сюда. Иди сюда. Чего ближе? Да блять! Fuck you, речка. Смотри, я тут. Я тут, я тут. Блять, нет, мне нужен этот высокий щегол, блин. Иди сюда. Эй, я тут. Ну, давай. Иди сюда. Иди сюда. Да ну я тут, вот, и хоть ты там арбузами кидай. Иди сюда, блин. Иди сюда, иди. Да, блять, иди ты в жопу со своими арбузами. Давай, смотри, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, давай. Красавчик, иди сюда. Иди сюда, я тут, смотри. Я тут. Да, блядь, ты будешь подходить, нет? Чуть поближе. Еще поближе. Еще чуть-чуть поближе, давай. Да ты дурак? Ты дурак или чё? Ну? Я смотри тут. Алло, алло! Да ты, блядь, не можешь сюда что пройти или чё? Блядь, он издевается надо мной. Ты дурак? Я тут! Да ну... Стой! Фу, блять. Целое дело. Так, сковородку нашли. Так, вернем Рапунцель. Фух! Опачки. Ну, здравствуйте. Спящая красавица это или кто это? Или... Лицо знакомое. Золушка, наверное. Или спящий красавец, или Золушка. Я не помню. Я ни то не смотрел. Ну, может, смотрел? Не помню. Дайте, что вы мать. Оба! Нахуй мне эти ваши Синдерелла. Да, Золушка. Привет, меня зовут Золушка. Рад познакомиться. Пиздуй туда. Там безопасно, иди давай. Ты что, издеваешься? Иди давай, говорю. Молодец. Что ты вообще здесь сделал? Это бордель, между прочим. Что ты тут делаешь? Мы тут были? А как я так пропустил-то это место? Я вниз что прыгнул? А, ну наверное.
Блять, Аладдин, не пугай меня. Слышь, сикуха, я тебя сейчас лицо обглодаю. Придумал тоже. Джафар? Ты, наверное, Микки Маус, которому Мизрабель говорила. Она хотела, чтобы ты получил маленький подарок. Но это не здесь и не сейчас. Поверь мне, я умираю от нетерпения. Ну или что-то в этом духе. Воу-воу-воу-воу-воу, пещера чудес. Что-то билеты сыпятся и сыпятся, сыпятся и сыпятся. Чё? Чё ты хочешь? Идея у тебя появилась? Какая идея? Гуфи поможет мне. Ты только что сказал, что... Хорошо, ладно. Я эту утку все равно не понимаю. Так, привет. Хотел сказать спасибо. Молодец. Так. Короче, одежда у тебя испортилась. Чё? И чё ты хочешь? Можем помочь. Короче, нужна одежда какая-то ей. Рабочая? Типа ты в этом не можешь работать, что ли? Ну ладно, найдем тебе какие-нибудь шмотки. Это что, комната Аладдина? Спасибо, что выпустил меня. Это мне напоминает аллею в Агробе. Окей. Короче, найдешь Абу, тарань его сюда. Хорошо. Найду, приведу. Monkeying Around. Отличное название квеста. Квесты. Кругом квесты. Венди, что хочешь? Что ты хочешь, Венди? Венди, что ты хочешь? Венди, говори. Чего? Что? У тебя есть одежда? Для принцессы. Есть, видимо, да? Что-то там русалки какие-то, чё? А, ну ладно, короче, вот тебе одежда, видимо, да? Хорошо. Сковородку забирай. Ебать, тут целый прям этот. Туда-сюда сгонять, туда-сюда сделать. Сковородка, держи. Спасибо. 44 билета. Роскошно. Хорошо, что ты пришел. Я слышал, что Белль где-то здесь, в проклятом замке. Должен найти ее. Хорошо, найдем. Все? Нет, Гуфи еще. Гуфи надо по поводу этого. Так, помощь от Дональду. Гуфи, пожалуйста, помоги, я тебе отплачу. Лодку починить. Ты ж мой дружище, ты чё? Дай денег, Гуфи, все, блядь.
Вот тебе и помощь, блядь. Безвозмездная. Хорошо, когда у тебя есть друг Гуфи. Ты же мой друг, на тебе денег. Так, я рад, что Гуфи дал мне денег для мисс Дейзи. Окей. Может, ты Дональду должен... Чё? Может, ты дяде денег должен отдать? Не-не-не, я должен лодку чинить. Всё, отстань. Откуда у Гуфи денег? Ну-ка, он работает. Он же фотограф. Гуфи фотограф. Так. Сундук сюрприз. Сюрприз. Так, мистический сундук полный ништяков. Так, стоп, чё? Так. Проголодался? Волшебный баби? Баби? Как насчет волшебных бабов? Так, лимонад нужно. Картофельный пирог. Чё? Какой-то там... Какую-то жрачку, короче, надо ему найти. Человек на бар. Окей. Так, на тебе твою одежду. Окей. Менялись. Так. Так, будешь декорировать все? Ну, декорируй. Так, я сейчас не зайду заново, у меня тут что-то изменится. Я прям чувствовал, что она потеряла свою туфельку. И она ее попросит найти. Окей, найдем мы твою туфельку. Как же без этого? Золушка появилась, значит, туфельку надо искать. Ни у кого ее нету. Потом знаю я вас. Расхитители, блять, гробниц. Вечно что-то воруют везде. Так. Апгрейд. Баем. Ух, красиво так. Не знаю, зачем я тебя апгрейжу. Хорошо. Так, у нас 2891, неплохо. Так, мили дэмэдж можно вкачать. Да, давай, мили дэмэдж. 3400, ебать, вы чё? Так, синяя краска, увеличение дамага, да, окей. И больше мне на что не хватает. Все такое, сука, у тебя Дональд Скрудж дорогое. Жадный ты. Что это? Мне Абу здесь надо искать? Мне так не хочется, на самом деле, бегать туда-сюда. Позже. Встретимся позже.